Хиты малого драматического театра возвращаются на сцену. Правда, только в виде фильмов-спектаклей. В МДТ стартовал проект «Отражение», приуроченный к 75-летию театра. Каждый месяц будут проходить показы и телеспектакли Льва Додина разных лет. Все постановки уже вышли из репертуара. Цикл открыли спектаклем «Дом» по роману Федора Абрамова. Премьеру в МДТ сыграли еще в 1980 году. В советские годы у постановки была поистине непростая судьба. Сначала ее запретили по идейным соображениям, потом допустили к показу с существенными корректировками. Спектакль запретили к показу зрителям, его обвинили в клевете на советский народ, на советскую деревню и так далее. Формулировки были мощные. В общем, там довольно долгая шла борьба, и, наконец, когда даже состоялась премьера, спектакль еще долгое время шел полуразрешенный, полузапрещенный. Несмотря на запреты, «Дом» произвел настоящий фурор в театральной жизни Ленинграда. Зрители неоднократно взрывались аплодисментами посреди спектакля и по несколько раз вызывали артистов на бис. В программе проекта «Отражение» также запланированы показы спектаклей «Пьеса без названия», «Чевенгур» и «Московский хор».